Акмолинская областная газета «Арка Ажара» с тиражом почти 8 тысяч экземпляров планирует постепенный переход на латинскую графику. Уже сейчас издание, основателем которого является Сакен Сейфуллин, разрабатывает контент небольшими публикациями и отрывками произведений казахских классиков, написанных на латинице. Отмечу, в этом году издание отмечает свой столетний юбилей. Первый номер газеты под названием «Таршелек» вышел в свет в 1917 году в Акмоле. Сейчас «Арка Ажара» на пороге перемен. Я считаю, что на сегодня казахстанское общество целиком и полностью воспринимает латинскую графику. Особенно, конечно, молодежь. Сейчас газета живет в состоянии процесса перехода на латиницу. Планируем вводить привычный контент стихи поэтов и, конечно же, продемонстрируем копии нашей газеты 40-х годов, когда использовали и арабскую вязь, и латинский алфавит. Также мы публикуем оригиналы писем с фронта, которые присылали солдаты во время Великой Отечественной.